На конкурс дети читают стихи. Стихотворение называется «Танк». Написал Алексей Кушнер. Читает Екатерина Бороздина. Танк стоит на постаменте. 70 лет тому назад здесь, где с моря дует ветер, защищал он Ленинград. Здесь тогда кончался город. Средь оврагов и кустов, в дождь и в снег, в жару и в холод он к отпору был готов. На его граненной башне блещет красная звезда. Экипаж его бесстрашный, села брал и города. Людно здесь теперь и чисто, и дома стоят кругом. Где теперь те три танкиста, что когда-то были в нем?